А перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Advanced RP. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мой следующий крутой выпуск. В общем, дорогие друзья, как могли понять, сегодня мы с вами поедем для того, чтобы обозревать новые тачки из премиум автосалона. Да, в Las Venturas появился автосалон, в котором мы можем купить крутые тачки. У меня сейчас, конечно же, денег не прям очень много, но я думаю, хотя бы на что-нибудь мне, конечно же, хватит. Как видите, сейчас он перед нами, и я бы хотел очень, хотя бы говоря, взглянуть, на что там есть, и все это просмотреть. Потому что, честно говоря, тут реально все очень крутое и интересное. Поэтому, ребята, пока, собственно говоря, я вот еду и думаю, я хотела бы задать вам очень крутой вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Advanced RP? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Это та же самая GTA San Andreas, только в онлайне. Я думаю, что каждый хотя бы раз в жизни должен в нее поиграть. Я думаю, что будут те люди, кому это действительно понравится, потому что это реальная жизнь, это действительно очень крутой сам, где можно развиваться, создавать свои семьи, работать, не знаю, полицейским, пожарником, да кем угодно. Просто действительно интересный симулятор, в который нужно поиграть. Если что, я играю на Blue сервере и тебе советую играть со мной. Там все ссылочки я оставлю в описании, а также, чтобы сразу получить тоже много денег, как у меня, для этого, ребята, вам в чатике нужно будет написать слэш, потом меню, вот так вот, и у вас откроется меню игрока. И вот тут, во вкладке 10, промокод, вам нужно открыть первую строчечку, ввести промокод, и вот сюда ввести мой промокод Личи, вот так вот, и вы с легкостью получите крутой бонус. Вот, как видите, ввести промокод не специально, по акции можно только на первом уровне. Вот так, дорогие друзья, поэтому обязательно вводите и начинайте играть, мне будет очень сильно приятно. Вот так вот, собственно говоря, едем, и у нас, собственно говоря, перед нами появляется вот этот прекрасный и замечательный автосалон. Я уже на него ездил. Собственно говоря, мы там брали с подписчиками Toyota Supra, если не ошибаюсь. И тут помимо нее есть очень много интересных машин, которые стоит взглянуть. Единственный минус, что на самом деле нельзя сразу увидеть цену определенной машины и, собственно говоря, ее взять. Ну, в принципе, в этом ничего страшного нету, потому что если что-то тебе приглянется, ты его можешь найти в списке и потом купить. Поэтому многие ребята, кто уже играют на Advance, мне очень часто писали, что Личи, а как посмотреть, а, собственно говоря, какая там машина, собственно говоря, как ее купить. Ребята, вы вот подходите в этот автосалон, гуляете по нему, смотрите, какая вам тачка нравится. К примеру, вам понравилась вот эта, если не ошибаюсь, вот это и есть Toyota Supra, хотя на нее не особо похоже. Вроде бы это что-то другое, по-моему. Вот, блин, они все чуть-чуть похожи на Toyota Supra, но это точно не она. Вроде бы, вот она, вот эта Supra. К примеру, вам вот эта тачка понравилась, и она, вот я не помню, я ее купил или нет. Вот вы должны находиться в транспорте. А у меня вообще есть транспорт, ё-моё, я просто не пойму. Окей, и когда вы ее берете, вы можете, собственно говоря, кататься. То есть, собственно говоря, вам нужно подойти к вот этой будочке, покупка транспорта. Далее, на территории авторынка находятся не все модели транспорта, которые можно приобрести. Некоторые отсутствуют из-за того, что их взяли на прокат. Нажмите далее, чтобы ввести, собственно говоря, любую тачку. Вот, к примеру, мы берем какую-нибудь вот эту рандомную машину. Она стоит 180к. То есть мы ее можем купить просто на изи и начать на ней кататься, к примеру. Либо мы тут можем по красочной работе, тут можно будет тачку вообще купить на изи. Вот Феникс у нас есть, как видите, вот 390 тысяч она стоит. Собственно говоря, вот, к примеру, неплохой такой вариант. И, собственно говоря, ну, блин, ну мне нравится, как бы прикольненькая тачка.
И единственное, что нельзя быстренько все это найти. То есть нужно по 500 раз подходить сюда, но это, ладно, в принципе, к этому можно свыкнуться с этим. Вот за 280 здесь вполне неплохой вариант. Вот давайте просто его купим, покажу, как вам это делать. Для покупки транспорта необходимо иметь место проживания. Вот, дорогие друзья, поэтому в любом случае нужно будет иметь свой домик. То есть я бы хотел сейчас купить тачку, но, по крайней мере, сейчас не могу. Не знаю, хотя бы есть ли тут тест-драйв, могу ли я как-то на ней прокатиться. Может быть, я это могу сделать, я могу купить, но, как видите, я не могу, потому что у меня нет места проживания. Но машины тут достойные. Я думаю, что в следующем ролике мы уже найдем мне домик где-нибудь, поищем его, посмотрим, найти ближайшие места. К примеру, уж можно это сделать, правильно? И вот если написать меню и... Так, нет, нам нужно будет написать /GPS, скорее всего. И вот тут найти ближайшее заведение, скорее всего, транспортные компании, бизнес-учения, дома, надо где-то найти семейные дома или что-то такое вот. То есть искать домики, надо будет поездить вообще по городу и поискать. Потому что тачки действительно интересные, я хотел бы себе купить какую-нибудь из них, но пока что не куплю. Но так, если посмотреть, все тачки из этого списка довольно-таки интересны. И любая тачка из них вот прям стоит того. Потому что на Advance действительно разработчики стараются над игрой и добавляют абсолютно новые, какие-то интересные машины, чтобы игрокам все нравилось. Поэтому, как видите, вот, какие-то тачки появляются, какие-то у нас освобождаются, и, блин, это на самом деле круто. Ну, как видите, тут в аренду взять нельзя, можно взять только на спавне. Как видите, я взял зелененький вот такой вот такой фургончик, и честно говоря, вот из всех этих тачек я бы взял либо вот эту синенькую, она похожа на Феррари, либо Тойоту Супру, потому что, ну, они, как по мне, стоят того, довольно-таки интересные тачки, хотя они все прикольные. Вот, к примеру, вот это, она, по-моему, какой-то Ford GT, вот что-то похоже на Ford. Это вот старая, не знаю, какой-то, возможно, Mitsubishi, то есть Toyota. Тоже вот, возможно, это Mitsubishi Eclipse, что-то тоже клевое, и, о, задняя часть тоже клево смотрится. Блин, ну тут все тачки прикольные, они все стоят того, чтобы их купить, но нужно будет найти дом. Поэтому, ребята, если вы уже играете на Advance, обязательно пишите мне, где лучше взять дом. Возможно, вы шарите за это, потому что, собственно говоря, без домика тут абсолютно никак. Но я поездю обязательно, вот сейчас этим именно и займусь, потому что без дома вообще никак не получится купить себе тачку. Ну, а ездить постоянно на арендных авто, это, конечно же, будет честно говоря, сложновато. И, ой-ой-ой, чуть-чуть стукнул, но хорошо, что хотя бы просто бампер. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике пускай будет фургончик. Все, кто напишет слово фургончик, обязательно попадет в мое новое следующее видео. А также, ребята, заходите обязательно на замечательный сервер, собственно говоря, Advance Blue, где буду играть я, потому что игра очень клевая. Если что, в ссылочку, как установить игру, я оставлю в описании, реально можете играть и заходить со мной, мне будет очень сильно приятно. Но дом нужно купить, как видите, вот тут есть дома, но они все заняты, то есть все уже куплены, и получается никак их, ну, хотя бы, по крайней мере, в данный момент я не могу купить. То есть даже вот сейчас подойдем в какой-нибудь другой, вот здесь что-то у нас есть, но тут все занято, тут абсолютно все занято. И, да, стоимость средний класс, но тут, блин, нельзя его купить. Владелец ежедневная квартплата, то есть все, дома заняты. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Будем искать мне домик уже в следующих роликах и развиваться вместе с вами. Пишите мне в ВК, кто будет играть со мной, будем снимать вместе видосы. С вами был Лич, и всем до скорых встреч!